Приветствую всех на канале Патули. Остался у меня последний дракон, которого я не прошел с арт-героями, это Ледяной. И опять же, здесь ничего нового не будет. Наверное, где-то примерно с 50-го дракона я начал проходить именно такой командой. Вальдас, Крис, Нарв, Альмеда и София. Здесь есть только пара небольших коррективов. Первое, это Варгасу я взял пассивный навык, который понижает атаку врага в радиусе 2 клеток. То есть каждый ход я гарантированно смогу понижать атаку дракона, чтобы он меньше нас дамажил. И второе, это снаряжение. Я сделал больше упор на хпшки, а именно для двух героев, для Альмеды и Крис. Это сделано для того, чтобы они переживали АОЕ урон, который носит дракон. Полностью прокачанные узы на атаку, на защиту и дополненное сердце имеют только Варгас и Крис. У Альмеды и Нарм узы на атаку и на защиту прокачаны на 5 из 10. Но сердце прокачано на максимум. И что в итоге я получил? За примерно 4 месяца игры я прошел всех 70-х драконов без использования сэр-героев. Я считаю, что это хороший результат. こっちだよ。わかりました。こっちだよ。
気づかないうちに。ごめんなさい。こっちだよ。何かお手伝いできる？はい。何かお手伝いできる？あれ？気づかないうちに。こっちだよ。